Внешний долг Беларуси уже вырос до 34 миллиардов долларов. Только в этом году Беларусь должна вернуть своим кредиторам 1 миллиард 600 миллионов долларов. То есть на каждого жителя примерно по 173 доллара. Мы собираем средства на государственный долг нашей страны. Пожалуйста, помогите выплатить. Это хорошее дело. Кто сколько может. На возврат это да. Что наше государство. Спасибо никак, да? Большое. Спасибо большое. Средства, чтобы помочь им выплатить. Я, конечно, могу вложить свой вклад, небольшой, да, но я думаю, что в фонде у нашего президента есть чем погасить, конечно, да. А можно фото коробочки? Да, можно просто фото, конечно, сделать, мы в Твиттер выложим. Так, бабам. Спасибо. Отлично. Сколько не жалко, сколько можете себе позволить. Ой, спасибо большое, спасибо. У всех взяли денег в долг очень много, и теперь нужно выплачивать. А, ну, Беларусь должна там... Чтобы дали сколько можем, да? Да. Дали сколько можем. Сколько можешь? Спасибо. Спасибо большое. Не за что. На выплату государственного долга страны. Давайте я определюсь сначала, какой у нас долг. Очень потом... большой, 34 миллиарда уже. Ну так я думаю, государство должно как-то побеспокоиться, профессиональные люди. Может, им поможем немножко? Морально можем. Я никому не должна, честно. Пионерская. Я никто не брал. Ну а как же помощь, взаимопомощь, надо помогать друг другу. Я только что отдала 100 тысяч в магазине книжки, учебники. Я учитель, понимаете? Я получаю копейки, мизер, и за свой счет покупаю книжки и учебники. Откуда у меня могут быть деньги? Извините. Помогите нам собрать средства на выплату государственного долга. Сколько сможете? Окей, сейчас немного только. А долг кому возвращать? Да, долг нашим кредиторам, у которых мы брали деньги. Много миллиардов. Спасибо. Спасибо. Мы собираем средства на выплату нашего государственного долга. Я думаю, что вам долго придется собирать. Да, мы знаем, но мы не сдаемся. Давайте. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Средства на выплату госдолга нашего. Пожалуйста, помогите нам, чем можете. Ничем. Ничем не можете? Ничем, не могу помочь. Ну, вы смотрите, вон там уже собрали мы средства. Да? И сколько же вы хотите? Сколько вы можете? С населения. Вообще, в идеале по 173 доллара мы выплатим платеж за этот год. Спасибо. Пожалуйста. Успехов вам. Спасибо. Здравствуйте. Вы участвуете в сборе средств на выплату нашего внешнего долга. Сколько можете? А мы не верим в это, мы не участвуем. Хорошо, выплатим. Ой, спасибо большое, собирать. Мы не забудем. Спасибо. Я тоже не забуду. Участвуйте, пожалуйста, в сборе средств на выплату нашего внешнего долга. Я с собой денег не брать. А что, надо средства деньгами? А можно чем-нибудь другим? Можно чем угодно. А чем угодно? Чем можете помочь? Ключи от машины? Можно и ключи. Я думаю, оценит Нацбанк такое пожертвование. Ну, не брал с собой, я вложил что-нибудь. Какой долг? Большой долг. Вообще-то очень большой. Спасибо. Что, много надо нас собирать? Очень много. В этом году 1 миллиард 600 миллионов долларов. Понятно. Спасибо. Проходите мимо, помогите нам собрать деньги на возврат внешнего долга нашей страны. Ой, спасибо большое. Не могли бы вы нам помочь? Конечно, поможем сейчас. Спасибо. Собираем средства на выплату нашего внешнего долга. Не могли бы вы... Ну, внешний долг Беларуси составляет. Да бросьте вы, шутки. Мы вот собираем деньги на выплату внешнего долга Беларуси. Это как дружественное внешний государство. Долг, да. А у нас с тобой долларов нету. Только белорусская. Мы принимаем валюту белорусскую. А, вот, валют? Посмотрите, видите, а, там ну, вижу. Могу? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Разно. Сколько можете? Сколько не жалко? А сколько мы должны? Мы должны в этом году 1 миллиард 600 миллионов. Я думаю, мой рубль многое решит.
Ладно, еще сотни. Спасибо. Я надеюсь, что долги сократятся, но этого не видать никогда в жизни. Это кому? Беларуси? Это Беларуси, другим странам, у которых она взяла деньги в долг. И что? И как это? В валюте или в любой монете надо? Мы принимаем любую валюту. Можете нам помочь, как можете. Мы все передадим. Хорошо. Соответствующие органы. Куда эти деньги пойдут, да? Национальный банк. Национальный банк у нас, я считаю, так богатый. Ну, раз, пожалуйста. Ой, спасибо. Беларусь большое. У нас растет и процветает. Спасибо большое. Пожалуйста. Помогите нам собрать средства на выплату нашего внешнего долга. Внешнего долга? Да. Поучаствуйте в жизни страны. Наш внешний долг. Спасибо. Нужно. Спасибо. Чего? Спасибо. Спасибо. Участвуйте в сборе средств на выплату. Слушай, я бубен твой отдам, хорошо, ты не против? А вы знаете, он что я могу туда сказать? Мы бедные студенты, вам не стыдно? Спасибо большое. Хотите вы помочь нам собрать средства на выплату нашего внешнего долга? Да нет, я думаю, это отдел государственное, сами как-нибудь разберутся. Помогите нам собрать средства на выплату внешнего долга. Внешнего долга? Девочки, не будем мы отдавать на внешний долг. А, нет, если бы детям помогли.